братва. У нас вроде пришла весна, а тут такое, смотрите. Оба. Да нет, зима. Смотрите, так, идем дальше. Ну что у нас здесь? Опа! А здесь Субарь работает. Поеду его выгуливать. Прокатимся чуть-чуть в режиме первого лица. Пау, так называемый. Как заскучился я по Субарику поэтому. Сейчас закроем. Не, здесь не все. О, свет пусть горит. Капец. Субарике тепло. Кстати, стекла антидождем покрыты этой. Не знаю, как она будет работать. Вот такая вот весна, это у нас что, февраль конец. Полный бак. В Субаре должен быть, мне кажется, всегда полный бак. Сегодня Субарист приезжал, которому я вот лобовину перебирал, испугался, что вот парит там в районе радиатора, там вот над коллектором. Я говорю, ну пока сейчас все выгорит, там, говорю, масло натекло, антифриза всего, потому что сейчас он тарахтел, стоял, поднимал его, все сухо, там и антифриз, и охлаждение автомата, и лобовина, поэтому говорю, по городу долго будет выгорать, толком не нагревается, надо или по трассе куда-то лупануть на него. На межгород, тогда за одну поездку все выгорит, постоянно под нагрузкой. Разогреется коллектор. Такие дела. Субарист наш. Вы попали на YouTube. А, здорово. Рис снимаем. Да я поехал прокатиться, ну. А. Пока погода такая выкатится. Походу последний снег. Хорошо, что последний. Ну да, а вы куда? Там и так по городу.
баристы. Просто по городу. АБС-ка, АБС-ка. Некоторые выдергивают, кстати, фишку АБС-ки. Я не знаю, предохранитель там или релюшку. Как бы не нравится. Ну, блин, может просто надо привыкнуть тормозить АБС-ки. Так, что-то единичку я сделал. Так, не давно. Так. А, все сюда, все направо. Хер ты покатаешься. Все на гору, походу. Брембо, кстати, даже зимой прям так четко осаживает. Что-то, блин, все такие летащатся, капец. Там закипишь вообще. Супариков капец. Турбина или как он там называется. Короче, не покатаешься, это нормально. Обратном пути машин не будет машин. Бэха тут опять делает. Забито везде, тут на гору походу едут. Вот у нас, не знаю, увидите сейчас, нет, что вообще походу не видно даже горы. Покажу. Так, здесь у нас есть конная ферма, вот тут слева стоит, вот кто-то тут построил домик себе, вот на салюте. Детский лагерь, конная ферма, там слева машин тоже до кучи.
Так, что там у нас? Вот на горнолыжку. Да, горнолыжки вообще не видно. Вся в снегу. Вообще ничего не видно, капец метет. Не будем пугать, обгонять, пусть едет. Блин, с этой прошивкой кастом, ну как-то вот прям байпас стал прям как этот работать. Как голубь, да, или как там, да, звук голубя. Четвертый заблокирован гидротрансформатор, ну как пятая передача. 60 400. По трассе где-то будет 80-100, около 2, там 2200, по-моему. 120 это там что, 2400, 2500. Ну короче, у некоторых Subaru коробки есть такие, прям пятая короткая. Неудобно на межгород ехать. Боком как его выставляет сразу. Такую погоду только двигателем тормозить. Вообще огонь. Как, кстати, напишите комменты, нормальная камера вот в таком ракурсе первого лица, ниже, выше или само пойдет, все видно, как бы скорость, тахометр, пуст. Музыку не слушаю, потому что эти авторские права заколебали меня. Так, вроде дорогу почистили, что все жмутся так. Никто не хочет свежему снег трогать справа. Триангл тоже особо не надо надеяться, потому что это вам не хакипелиты и так далее, эти все шины. Это даже без шипов резина. Одни Subaru. Вот я выехал на Subaru, да, и в такую погоду я вижу одни Subaru. Forester, Legacy, Outback, Legacy проехали. Forester, пожалуйста. Нормально так, более-менее держит. Единственное, в нагрузке держать автомат всегда. Чтоб зацеп был, чтоб не было так, что передача туда-сюда, там не размыкается. Перенудительно воткнул там какую удобнее, и все. И обороты будут как бы это, в турбозоне держаться. Плохо, что это
Может тут с поворота выйти неудобно будет. Субаристы одни, что-то капец, два субарика. Вообще, город маленький, блядь, одни субаристы. Кстати, этот датчик буста я подсветку сделал. Не знаю, что перестало греть, он тут этот, который редкий блиц. Блиц ID серия, которая с диодной подсветкой, стрелка красная. Окантовка красная, и ну, это ночью видно, она отражается, получается, от глянцевого пластика, внутри которой стаканчик. И сама подсветка такой бирюзовый цвет, самой приборной вот этой тарелочки. Ну и как бы ненавязчиво так ништяк смотрится. Под STI, под приборочку, под красную. Ну, зеленый, в принципе, почти совпадает с оптитромом, хоть и белый, нормально. Кстати, ну я, наверное, не буду спойлерить, когда все будет, тогда я и видос конкретно сниму. Там у меня еще тюнинг чуть-чуть в процессе, короче, Суба рядом. Как бы тюнинг не остановить, да, но основное я сделал, просто кое-что там увидел. И решил это сделать, все увидите на видео. Так, что у нас здесь, всех пропускаем. Звук такой, вторая трубка, потом клапан открывается, бах, пинок, 1,2 бара полетел. Ну, на первый так, 0,9 килограмм, там, наверное, зимой, в пиках. Ну, нормально, можно ездить. Такой вот мы видосик запилили. UFE, да, по-моему, 5,7 литра этот мотор алюминиевый. Кстати, напомните, UZ с чугунным низом или нет, я вот не помню. GZ понятно, вот UZ, потому что UR серии уже на алюминии пошли, там GR, UR, а UZ, по-моему, там есть какие-то версии VTI свежие на алюминии, да, старые на чугуне, или я ошибаюсь, короче, кто знает, напишите. Я пока до V8 еще не дошел. Пока Субарь в моем сердце и семья. Все. Друзей можно на пальцах пересчитать одной руки. Как бы наше такое время сейчас капитализировано, алчное, короче, народа ценности. Нету никаких увлечений душевных, там каких-то увлечений и так далее, саморазвития. Бабки, бабки, любые развлечения, вот эти телесные, как они сказать, эти, ну, техи и так далее. Поэтому. И если остались много таких убеждений, как я, то их очень мало, я говорю. Прям, если ты находишь такого человека, очень повезло, называется. Блин, как она срывает сразу, а? Винтурбо все-таки. Есть винтурбо на низах.
передняя турбина, первая турбина работает очень на хорошо. Так вот, хватит ворота открыть. Ой, снег полетел. Закрываем. Опа. Ничего, ничего, там Джеки Чанов не загорелось, ничего, да? Вроде берет. Опа. Что там по смеси у нас? Да нет, повылетало там чуть-чуть, он три точки. Ничего не богатит. Че ты, Гром? Загоняем. Засниму процесс уж, ладно. Пока камера пишет. Как говорится, одним кадром пишу. Бля, ну от выхлопа я прям кайфую. Я вот видео ж показывал или нет, что я снял. А, ну да. На блице на седан шот свой продал. Так, тормозили работают. Здесь все работает. Ну-ка, кстати, что, горячий, нет? Еле теплые. Фара у меня, это лампочка одна, да, выебывается. Короче, надо заняться, поменять. О, нашел я. Нашел от себе задание. Лампочки лежат. Или блок, или лампочка. Да, она, он уже синим разгорается. Ну ты капец! Вонище это сейчас саками этими, блядь, собачьими. Ну. Животных-то я люблю, но когда они так делают, понятно, что пометил территорию. Я его кормлю, блядь, подкармливаю. Он мне поблагодарит. Спасибо. Да, да, про тебя говорю, Гром. Грозный такой, еще клич дали. Запарковываемся. Так, там у нас чуть-чуть больше. Потерял уже сноровку уже. Не беру, мало беру субарь. Оп. Опасно. Опасно, блядь. Ничего не блядь. Потерял сноровочку, да. И раньше с первого раза. Как-то так. Втираю. Оба. Там что, если что, пройдут. Здесь пройдут. Пройдут, все. Там я, конечно, прям в притирочку, да? Да. Прошел. Ну, как-то так, пацаны. Так, давайте. Закроем его. Ну все, пацаны, как-то так прокатились. Там вообще нет. Послушаем. Еще не выключил пока. Пойдет, фу, вонючий. Ладно, пока-пока, давайте, всем мир.